Всем привет! Будем разбирать наши покупочки с гипермаркета Лента. Поехали! Так, чек потом посмотрим. Так, томаты. У меня супруг сегодня без списка все покупал. Сам что решил, то и купил. Томаты Республика Казахстан. Наверное, должны быть хорошие, да? Так, тут у меня присоединился ко мне маленький помощник. Булочка хлеба. Сип хлеб. Так, что у нас тут дальше? Так, наши любимые фузелини. Из твердых сортов пшеницы они всегда. Так, малыша, ты куда сюда пришла, села? Вот эти ножки, конечно, мы не купили. Это наши ножки. Тут лазит. Вот такая еще лапшичка мелкая. Тоже из этой же серии. Так, здесь у нас филе индейки. Кило 100. Так. Красное мясо цыпленка бройлера. Помидорки, да. Помидорки сыночка взял. Не надо, они грязные. Мы потом помоем и будем их кушать. Сейчас они грязные. Так, продолжаем. Грибочки. Шампиньоны 400 грамм. Огурчики. Огурчики 83 рубля. У нас сколько? 442 грамма. Второй пакетик поехал у нас. Так. Булочка. Сибирячка. Ого, себе название. Булочка Сибиря. О, это одни булки. Столик с конфитюром, муж себе купил. Столик с конфитюром. Так, это нам уже с сыночком пастила с ароматом ванили. Ну, боекомплект говядина тушеная. Супруг себе взял наш. Так, еще одна сибирячка. Она с чем там? Просто сибирячка? Без начинки? Да? Просто, как называется, сибирячка? Так, шармель зефир. Любим его, вот он. А обязательно именно с ароматом ванили. Мы любим зефир. Потом тема. Говядина с брокколи и морковью рисом. Но мы же уже отказались от творожек. Он же их перестал есть. Я же тебе 100 раз сказала. У нас полный холодильник. Индейка. Индейка. Так, сыр классический, Брест-Литовск. Такой вот хлебушек интересный, 4 злака, зерновой. Любим мы его там достать, у нас получается. Мука ржана, ржаные хлопья, ячмень. Ну, в общем, прочитайте, кому интересный состав. Так, икра трески. Но она вот тоже, вот раньше мы покупали, такая вкусная была, сейчас она испортилась. Там прям крахмал чувствуется. Не покупайте, уже не рекомендую. Раньше такая была вкусная, а сейчас один крахмал прям чувствуется. И вот наш любимый паштет Аргета из индейки. И сыну, да, и сыну старшему нашего вот такой утенок, он куриный. Ему сама вот эта этикетка просто нравится, баночка. Поэтому мы покупаем. Так, ну вот, собственно, вся такая небольшая покупочка. И вышла она на сумму у нас. О, 2 318. Вроде бы ничего, и 2 318. Вот цены, если вдруг кого-то они интересуют. Вот такая наша очередная покупка в гипермаркете Лента. Ну и продолжают выдавать фишечки на набор посуды Тефаль.
Пишите, может, у кого-то есть такие сковородки, кастрюли. Стоит ли их покупать? Не стоит. Вот, фишки собираем. Все, всем пока. До следующего видео.